Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И я продолжаю проходить игру под названием Катана Зеро. Ну а следующий мой заказ... на змея? Давайте продолжим. Итак, что мы имеем? Казино и 2000 баксов. А почему бы не сыграть перед заданием? Так, давайте попробуем. Эй, мужик, прикольный халат. У моей мамки такой же. А почему народу нет? Да тут всегда так. Мне вообще кажется, что тут тупо бабки отмывают. Постоянно какие-то мутные чуваки в вип-зону заходят. Только я ничего не говорил, если что. Чё у тебя за игра? Двухцветная рулетка, красная и черная, 50 на 50, пятикратный выигрыш. Что думаешь? Давай ставлю все. Ты-дыщ, красная или черная? Красная. Принято. Кручу-верчу, запутать хочу. Черная. А ведь почти угадал. Возможно, не стоило сразу все ставить. А? Ничего, в следующий раз повезет. Зашибись. Вот ты урод. Что за икс? Назад. Ого, прикол. Можно отматывать время. Игрик. Давай-ка сыграем еще раз. Давай просто сыграем. Ставлю на черное. Принято. Кручу-верчу, запутать хочу. Ха-ха. Блин, отличная фишка. Черная. Ого, отлично идет, чувак. Давай поставить все еще раз. Блин, мне надо прохавать. Давай еще раз на черное. Принято. Ну. Блин, просрал все. Красное. Давай быстрее. Мне надо отмотать время и поставить еще раз. Я хочу уйти из состояния. Ништяк, уже полтинник. Красная. Ого, леди Фортуна на твоей стороне, а? Давай еще раз. Теперь на черное. Ну уж, третий раз-то должно повезти. Блин, все сначала. Ну давай, красная. Не томи, сколько я выиграю? Все, безлимит. Красный игрок доверился седой ночи, и она оправдала его доверие. Мои фишки уходят победителю. Фишек больше нет. Вот, пожалуйста, 99 999 фишек. Круто. Сохранить. А, то есть можно еще и сохранять теперь. Прикол. Эй, чувак, пропустишь меня? Туда нельзя, пока у тебя не будет 100 кэсов фишками. На, держи. Вообще тут только 99 тысяч. Но не зря же меня называют толерантным Тлэнни. Проходи. Слышь, толерантный. Ну, откуда русский узнал про нуль? Русский? Русский идиот. Но вот его работодатель нет. И он изо всех сил пытается вернуть Хронос. Поэтому я и здесь, я так близко, я это чувствую, но мне нужна твоя помощь, теперь мы сможем отомстить. Война уже 7 лет как закончилась, я слишком устала, чтобы кому-то мстить. И теперь, когда Аль-Хасим мертв, Хронос, у меня мало времени. За то, что они отобрали наши жизни, превратили нас в чудовищ, заставили нас сражаться на их войне и выкинули нас, когда мы стали не нужны. У нас мало времени, но я так близко, я хочу кое-что тебе показать. А вот и я. Уходи, я разберусь. А это кто? Вон тот змей же, да? Слева. А это кто? Хорошо. Кем бы ты ни был, зря ты сюда пришел. Вот это да. Начинается замес. Да. Так она стреляет. Что она еще делает?
блин. Ах ты, зараз. Есть. Это было так просто? Эй, я только разогрелся. Что, вставай, давай подеремся. Блин. Я не ожидал, что это так быстро кончится. Эй. Промотать? Подожди. Какого хрена? Ты же мертв. В смысле? Это еще не конец. А... Мне опять не дали промотать, и мне дали посмотреть до определенного момента. Блин, понятно, ладно. Добыта запись. Чего? Я не успел прочитать. Сдавайся, ты окружен. Да блин. Какие же вы шустрые. Давай, первый. Давай, стреляй быстрей. Молодец. И да, здесь дают пропустить. Давай, включай музыку уже, а то в тишине надоело. О, Чайнатаун, Билл Келли. Нормально. Берем и кидаем. Опа, а он с броней. Прикол. А что с ним делать? Ждать, пока он откроется? Ну, давай попробуем. Да, блин. Давай, открывайся. Блин, подожди, я не понял. Может, просто отбить? Да, блин. Ну? Блин, у него щит. А что с ним делать-то? А, ну может его просто перепрыгивать? Ну хотя я сделал самый простой вариант. Может быть его как-то по-другому убивать? Ну, хрен с ним, будем пробовать. А что здесь-то делать? Да вы прикалываетесь. Куча книг. Это что, русский район? Пирожки? В натуре русский. Прикол. Подожди, а что делать-то? Есть, я могу. Я могу, я могу. Я не знаю, что я могу. Я понял, мне надо... Все сначала. Мне надо, короче, разбить стекло и как-то пролезть до той бутылки. Блин. Ах ты, падла. Давайте попробуем еще раз. Есть. Одного вырубили. Так, а эти ребята меня спалят? Я могу вообще как-то на веревку прыгнуть? Не, наверное, не могу. А как мне до туда-то допрыгнуть? Блин, это не получится. А, что я сделал? Я не понял. Я, наверное, отразил последний выстрел. А как мне эту херовину-то поднять? А, я могу просто отпрыгивать от стены. Так... Это что у нас? Это коктейль Молотова или... Непонятно просто. А, я могу еще и здесь подниматься. Да. Книжный. Давайте попробуем отсюда. Так, есть один. Сюда я зайти не могу. А, я понял, я могу упасть аккуратно и отбить. Блин, получится, нет? Повернись. Стреляй быстрей. Отлично. И остался этот типок. Но с этим не сложно было бы, если бы я прыгнул в ту сторону. Да ёлки! Да ёлки, блин, как мне не везёт-то! Ах ты ж падла, надо тебя как-то обмануть. Давай, выходи. Блин, а что я подобрал? Простую бутылку. Да ёлки, он же стреляет, я забыл совсем.
не запалил. Надеюсь, он не умеет открывать двери. Капец, он прям перед дверью. Хрен же повернется. Надо как-то его выманить. А, это было просто. Так, мы в каком-то здании. Что это, дрон? Ну давайте изучим сначала. Попробуем посмотреть, что он умеет. Да блин, перекатиться, наверное, надо. А, он еще и стреляет. Так, его можно... Я не понял, я его отстрелил или... Вернее, отразил выстрел. Или просто мечом сиганул. Так, там не пробраться никуда. Поэтому остается только сюда. Блин, он меня спалил. А, можно было их... Его в толпу кинуть. Капец. Ну ладно, так тоже пойдет. Так, между этажами. Ох, сколько же вас тут. Дымовуха. Этот меня, наверное, спалит сразу. Да. Блин, короче, давайте не будем углубляться. Просто последовательно начну проходить. Так, этот падает, и никто не спалил его. Отлично. Дрон. Дрона надо запустить в ту кучу. Ай-яй-яй. Блин, вообще не, ничего не получилось. Есть! Есть, с этим тоже получилось. Давай, давай. Да блин, там еще эти двое. Надо было сразу дымовуху под ноги кидать. Давай попробуем. С дымовухой. Так. Там же дым рассеивается. Блин. Так, с этими разобрались. Остались двое. А есть ли смысл к ним идти? А, ну да, конечно, потому что вариантов больше нету. Как здесь вообще подняться? Да, понятно, можно прыгать, а по лесенкам он не хочет идти. Я тебя понял. Так, а что мы с этим делаем? Можно ли как-то разбить бутылку, чтобы они запалили и побежали в ту сторону, а я такой запрыгнул сзади и убил их? Не, наверное, не вариант. Блин, я не знаю, что делать в этой стороне. Короче, ладно, просто их перебил и все. Пойдем внутрь. Так. О, игровые автоматы, четвертый зал, первый зал. Опа, они что, меня палят? В смысле? А что он носится как больной? Так, тут дымовуха, там коктейль Молотова. Я не знаю, зачем я это запоминаю, если это ни хрена мне не пригождается. Я все равно делаю все. А мы как? Блин, еще двое прибежали, смотри-ка. Они ко мне бегут. Они ко мне бегут. Ай, блин. Они что, появляться будут? Блин, ладно, давайте последовательно попробуем. Так, с этим все. Да блин, как он меня узрел? Да ёлки, это ж коктейль Молотова был, твою мать! Да блин, ну остался же последний, ёлки-палки.
осторожно. Блин. Эй, нет, я хочу жить. Я хочу играть. Отстань от меня, придурок, отстань. Больной. Есть. Фух, это было сложно. Блин, вот плотные уровни пошли-то. Ёлки. Так. Приз. Конкретики никакой, но лейтенант говорит, что цель — мечник в халате. Как думаешь, это змей? Нет, братцы, я уже не змей. Может, и он. Своими руками задушу за силача Терри. Кстати, это я его убил реально. Земля тебе пухом, Терри. Надеюсь, в Иисусе и качалке тебе лучше. Прикол. А ты что? Что там написано, интересно? Так, что делаем, ребята? Давайте, короче, провоцировать и смотреть, что будет. А, блин, я думал, это коктейль Молотова. Капец. Так, либо можно наверх попробовать сразу. Ой, аккуратно. Да блин, он... Я не думал, что он простреливает пол. Так, этого можно вырубить отсюда и как-то убить этих. А как их убить, блин? Так, есть, я понял. Примерно схему я понял. Теперь надо как-то дрона туда запустить. Так, есть. Взрыв. И... Есть. А, это была дымомуха. Я думал, бутылка. Ну и так пойдет. Ладно, погнали дальше. Блин, что за район вообще? Какой-то русский. Зайди, скидки срочно. Клуб поживенного мастерства. Смотри, тут может быть твоя реклама. Прикол. Так, сватовский грузовичок, и за ним чувачок. Да блин, ну не стреляй ты, придурок. Фух. Не, в принципе, это несложно, если бы не эти дроны. Просто надо понять, кто за кем бежит, и в принципе, это легко. Но поначалу я долго потел. Ай, блин. Сложный уровень, блин! Твою мать! Ай! Падла, это было внезапно очень. Нифига они сбежались. Вся толпа здесь. И что мне с вами делать, ребят? Я не знаю. Получится ли что-нибудь сделать? Блин, я выкинул единственную бутылку, которая была. Куда они? Эй, братцы! Саламки! Блин, я хрен знает. Короче, буду погибать молодым. Раз. Подпрыгнул. Два. Отбил. И... Прикол. Надеюсь, сюрпризов меня больше не ждет, кроме того чувачка, который вот здесь. Фух, вот это было изрядно сложно. Реально сложные уровни пошли. Мусор не бросать, штраф 1000 баксов.
что еще интересного здесь написано? А больше ничего. Блин, что делать? Что делать? Ай! Я не знаю, я не успею, походу. Есть. 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 Блин, а что здесь делать? Они меня окружили. Надо попробовать как-то убить робота. Так, прыгаем сюда. Подожди. По идее, да, робота, и он взорвет что-нибудь, мне кажется. Давай, блин. Все, хана. Хана. Ханашки. Ханашки. Ай, блин. Ладно, надо попробовать как-то отбиться. Блин, короче, вылазьте по одному, я вас перебью. Не так уж это и сложно. Давай, я отобью. Я отобью, стреляй быстрее. Есть, есть. Давай. Есть. Есть. С этим... Ой, как я это сделал, вообще непонятно. Фу. Блин, реально уже ладони вспотели от этой игры. Продукция Джунктур. Джунктур. Столовая. Разгрузка. Блин, короче, я даже врубаться не хочу, я буду на пролом идти. Пошли в жопу, я вас всех перехреначу. И тебя тоже. Так, там никого во дворе. А мне есть смысл подниматься вообще? Ну, давайте поднимемся. Что еще делать? Так, ну, здесь, по-моему, ничего интересного нету, да? Секретов тоже не наблюдаю. Блин, что взять, дымовуху или оставить? Коктейль Молотова! Есть! Пошли в жопу. Надеюсь, я вас обоих убил. Фух, ну первые уровни были достаточно простые по сравнению с этим. Охренеть. Все, я встрял. Я даже управлять не могу. Ты окружен, на колени руки так, чтобы я их видел. Сейчас же, ну! Блин, мне кажется, стоит послушать его или нет. Луна золотая землю озарила улыбкой своей, пришла пора багряного крещения. О, какого? А ну назад! Ого. Провозгласили звезды твой конец, так выжми сердце свой сок жизни. Чего? Сердце своего сок жизни ты на их святой алтарь. Да ты о чем вообще? Я тебя не врубаю. Ужели не слышал ты пророчества, мой друг? Не далее, чем ночи три назад, его я передал, так выбери серебряную смерть или золотую жизнь. Ответа ожидает сей алтарь, коль злато выберешь, спрячь в нужный меч, затем переродись. Коль ближе серебро, смелее его кровью обогри. Жизнь или смерть? Вот так выбор выборец, а? Не хотел бы я очутиться на твоем месте, хе-хе-хе. Давайте дурака включим. Ты о чем? Помнишь, мы на днях обсуждали какой-то там важный выбор? Тоси-боси. А вот и он. Жизнь или смерть? Выбирай. Выбери жизнь, и эти чувачки умрут, а ты пойдешь домой. Выбери смерть, и как бы, ну ты понял. Ха, прикольно. Он типа более понятно объяснил. Ты выберешь не только за себя, ведь смерти маску надевая, жнецом становишься. И наоборот, тот, кто в маске жизни, жизнь близким сердцу сможет сохранить. Блин. Ну я готов выбрать, я выберу жизнь. Не знаю почему. Так что же выберет метущееся сердце? Я хочу жить. Так хочешь ты конец отринуть, в серебряную маску смерти облачась? Готов ли ты к последствиям, мой друг? Кто смертью стал, ее же принесет. А я правильно выбрал жизнь? О, это будет весело. Да будет так. Ты выбрал... В смысле? Я не выбрал серебро, я выбрал золото. Жизнь я выбрал. Но знаю, решение твое падет на остальных. Прощай, метущееся сердце. Ого! Нихера себе! Он их просто поубивал? Они? Кто вы вообще? Ты даже не представляешь, сколько ниточек мне пришлось потянуть, сколько телефонов мне пришлось оторвать, чтобы СМИ не пронюхали про твою выходку. Отряд специального назначения мертв. И ради чего? Просто! Сука! Так.
Я отказываюсь терпеть твои постоянные провалы и неконтролируемое поведение. Тебя ждут очень серьезные последствия. Интересно, кто это? Привет, с возвращением, мне было здорово... Адава скучно. Ого, она прибралась реально. Извини, тут такой бардак был. Да ладно, у меня дома точно так же, батя никогда не убирается. Ну да, прикольно. А это что, это кинчик? Я тоже смотреть хочу. Блин, ну тебе нельзя, наверное. А, может тогда пойдем купим кинчик, а? Давай? Ну давай, а где твой батя вообще? Ура, все, пошли. Ну типа, блин, ты же пережить хотела у меня какое-то время, чисто до вечера. Здорово, салам. Тут это, да, военные самурайские фильмы пришли, ты заказывал, сейчас вынесу. Слушай, давай мультик возьмем. Я уже кино заказал. Ну блин, ну в следующий раз точно, ладно? Да не вопрос, малявка. 32 кредита? Я только что выиграл 99 999. Увидимся еще. Спасибо, друг. Тут ничего интересного нет? Не, ничего интересного. Пойдем домой смотреть кинчик. Я вернулся за алой катаной. Отдай ее или отведай моей стали. Ха, я знал, что этот день наступит. Ну же, брат, покажи, на что ты способен. Тш-тш-кия! А, у него кровь, злой дядька его мечом проткнул. О, кинчик страшный. Не бойся, это не взаправду. Да я знаю, что это понарошку, все равно страшно. Это, а ты тоже самурай, как в фильме? Да, я крутой чувак. Я так и знала, у тебя есть пафосный меч, и ты одеваешься как самурай. Я сокрушу тебя, пусть для этого мне не придется умереть, кия! А, голова покатилась. Лорд Авасе, я Рейши, явился спасти леди Эсин, пробил твой час. Сын мой, я вижу, ты все для... так же глуп, ведь это твой час пробил, а я... Она глаза закрыла. А он, походу, кайфует. Блин, тебе нормально, что мелкая спит на полу? Переложил бы ее хоть на диван, раз она тут приютилась. Че у нас там? А, ты чаек поставил? Или что? А, кассету взял, я понял. Вы слышали, кстати? Говорят, один зэк завтра свидетелем выступит. Да, там что-то про заговоры, хунту такое, да? Вроде как дело-то серьезное, может, надо удвоить патрулирование? Это же, походу, событие до того, как я пробирался в тюрьму. Да ладно, что может пойти не так? О-о-о! А вот и змей. В смысле, сдавайся, ты окружен. Мне что, им дают управлять? В натуре. Б. Чё это? Чё это? Хо-хо-хо-хо! Нифига себе! Серьезно? Вот это круто! Вот это умение! Блин, подожди. На нафиг! Прикольно! Блин, я хочу играть змеем! А как мне? А можно как-то... Нет, я буду так убивать. Нафиг время замедлять бить. Если можно, он, по-моему, быстрее даже бьет. Если можно просто бышечкой их убивать. Охренеть, вот это... Вот это способность. Я могу и сквозь эту херню, наверное, пролетать так же. Да? Так, блин, недалеко. Так, поближе подойти. И... Кия! Так, вот куда мне лучше сначала? Вправо или влево? Нет, так не выйдет. Но давай попробуем сначала их убить. Справа. Так, я еще не привык. Ого, он, по-моему, еще быстрее замедляет.
дальше. Перекат? Да, работает. А, ну да, у меня же теперь кнопка B есть. Так, подожди, сэкономим. Да, он до самого края идет. Ух, вот это сложненько с ним играть. Ну, интересно. Поинтереснее, чем простым ниндзей, чем я был. Блин, кто он вообще такой, этот змей? Он чересчур сильный, на мой взгляд. Так, они не спалили. Как бы мне так упасть, чтобы убить этих и этих? Блин, там перезарядка была. Надо привыкнуть, что у него перезарядка есть. Блин! Наконец-то, блин, да чего сложно им играть? Не, им интересно играть, но очень сложно. Хотя нет, им просто играть, просто сложные уровни пошли походу. Охренеть, сколько вас тут. Но теперь по сравнению с теми первыми уровнями, эти кажутся прям сложными. Точнее наоборот, те уровни кажутся очень простыми. Есть! Нифига себе, четверых одним ударом. Блин, я хочу играть змеем. Нафиг мне этот балбес в халате нужен, который ни хрена не может. А, слабак. Ничего не можешь, да, противопоставить против меня? Я же ниндзя, конечно, ты ничего не можешь. Блин, просто прошибает насквозь. Пофигу, щит, не щит. Так, это значит, я все-таки убил. Точнее, не я, а змей убил. Да.
Кто ты? Имена, живо! Я тут 7-й год чалюсь. Я не знаю уже никого, не надо. Мне нужны имена. Ну, живо рассказывай. Джош Роуз. Мертв. Амар Аль-Хасим? Аль-Хасим? Это он все заново начал? Как он связан с русским и с мадам ниндзя? Так, что за мадам ниндзя? Это которая снег? Я не знаю о чем-то, я даже не в курсе, что кто-то пытается Хрона свернуть. Я только с адвокатом говорил за эти 7 лет. Но это точно не правительство, и я полагаю, что мало у кого хватит денег на производство Хроноса. Аль-Хасим точно знает, тебе он нужен. И еще Леон фон Альвенслебен. Он создал Хронос, он обо всем в курсе. Это я и хотел узнать. Только не убивай. Так, все должны умереть. Все должны умереть, кто сделал нас такими. Бедолага. Осталось 2 дня. Так, и я опять пришел к этому доктору. Звонок. Леон Леон, 3-й район, обработка мясной продукции. Чего? Ты получишь ответы на свои вопросы. Что, если я поговорю с Леоном? А как же психолог? Эй, друг, как же сеанс? Чувачки дерутся, прикол. Блин, они такие кажутся слабенькими теперь. Мейтгриндер, Людовик. Бойня. А, это скотобойня. Блин, они реально такими слабенькими кажутся. Чё с ним, чё они могут сделать? Вот ничего. Вот этот падла может. Он меня бесит нафиг. Я не знаю, как его проходить по-простому. Его приходится перепрыгивать, перелазить, блин. Хрен знает, как его убить по-простому. Ой, извиняюсь. Я вас не заметил. Ладно, пойдем дальше. Блин, ну змеем играть интереснее куда, чем этим чувачком. Stay tuned for an import. Что? Давненько у меня не было гостей. О, как интригующе. Ты еще кто? Когда-то здесь располагалась тестовая площадка для проекта 0. Лучшие ученые и солдаты Новой Меки проходили мои испытания, чтобы доказать себя. Наверное, про меня она тоже имеет в виду. Ух ты. Посмотрим, сможешь ли ты пройти их. А, мне не дают пройти. Смотри, она стреляла, что ли? Занятно. Продолжай. В натуре мне же не дают пройти. В смысле продолжать? Ты что, меня тестировать будешь, как в Портал? Мне это не подходит. Так, ну тебя легко убить. Ух ты. Ой, она еще и стреляет, смотри-ка. Пока я играю, вот это уже интересно. Блин, а это уже сложно. Ладно, я понял. Вырубаем этого и кидаем в этого. Ничего сложного. Так, чувачок. Ой, блин. Расслабиться не дает, падла. Привет. Блин, я дверь открыл. Коктейля Молотова. Убил обоих, так что можно продолжать. Так, а здесь у нас что? Отключение. Ой, сорян, друг. Эй, ну подходи поближе. Опа. Так. Блин, а как его, чтобы он меня не спалил?
Так, сорян, друг. Ой. Прикол. Так, главное самому теперь не попасться. Ух ты, блин. Эй, друг, иди сюда. Ёлки, блин. С ней сложновато играть, но интересно. Давай, подходи. А, хотел меня ударить, падла. Блин, а здесь как? Ой-ой-ой, что я подобрал? Что это было? Что я подобрал, я не понял. Какие-то сапоги. Теперь я понял значение бомб-либучек в этой игре. Надеюсь, понял. Блин, уровни уже реально на внимание и на запоминание. И вообще на реакцию в целом. Сложноватые стали. Блин. А, я могу его оттолкнуть, я понял. Подожди-ка, давай попробуем. Есть, с этим получилось. Теперь следующий. Так. Блин, заколебало, не дает сконцентрироваться. Так. Здесь, в принципе, ничего сложного, но... Блин. Как бы... Да ёлки! Надо какую-то хреновину подобрать, чтобы взорвать ойл. Либо тот, либо этот. Ага, я понял. Так, надо как-то... Да блин, отстань от меня, ты уже надоела. Кто бы ты ни была. Этот хрен все время стоит? Нет. Есть. Это мы подобрали. Теперь осталось как-то... Подобраться... К чему-нибудь. Я не знаю, к чему. Блин, да надоело в натуре уже. С этим разобрались. Как мне подорвать это топливо? Блин, почему сложные уровни? И тут драться-то нельзя внизу. Да ёлки, отстань от меня. Ладно, давай подрываем эту сторону. И он пошел сюда? Нет. Надо как-то теперь этих ребят убить. Но аккуратно. А как мне это сделать-то? Блин, вот она не вовремя. Ну и хрен с ним.
Блин, мне теперь как-то надо... А, у меня время кончается, капец. У меня еще тут время ограничено. Ни разу не было такого, чтобы мне времени не хватало. Так, с этими все. Да блин. Да ёлки ж. Ну блин, я же почти всех перебил. Я не могу поверить. Это что, последний? Блин. Вот эта потная игра началась. Вот это хардкор. Фух. Блин. Так, давайте еще раз. Есть. Так, ну надеюсь, дальше-то мне дойдут пройти. Блин, а почему она не стреляет больше? Да ёлки! Прикольная мини-игра. Попробуй попади. Давайте, ребята, держитесь. Прикол, конечно. Друг, ты что, не врубаешься, что ли? Тебя сейчас убьют. Так, полоску мы остановили. Не, ускорю себя. А, он не дает больше катать. Ладно. Надеюсь, меня наконец-то проведут до конца. Потому что уровни реально сложные пошли. Мне хочется передохнуть немного. Так, по-моему, сработало. Да блин, опять эта падла прицепилась. Так, мне надо как-то кого-то вырубить сначала, чтобы
Блин, как бы убить того охранника? Блин, эта падла надоела, в натуре уже заколебала, блин. Из-за нее ни хрена не получается. Блин, отвали от меня уже. Коза драная. Я до тебя доберусь, реально надоело уже. Да отстань ты от меня. Так, что бы с вами сделать? Блин, а вас там еще целая куча. Так, а коктейль Молотова там не пригодится. А как до него добраться, блин? А, надо выключить рубильник, я понял. Так. Нифига себе, я могу подобрать, прикол. Они даже не заметили, из-под ног урвал. Так, этот друг, кажется, смекнул. И, блин, еще наверху смекнул. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Фух, повезло. Так, ну он, дурачок, не понял, кто его убил даже. Привет. Так, погоди-ка. Они же меня спалят, да? А, не спалят. Блин, отвали ты от меня уже. Пристала. Так, вы собрались в кучку? Держите. Блин, да... Ай-яй-яй! Это было близко, еще и время кончалось. Фух, давайте уже закончим эти уровни, а? Ну что, я наконец-то до тебя добрался, падла. Дай мне тебя убить. Stay tuned. Фух, можно выдохнуть. Мы переходим к заключительной части теста 0. Она известна тем, что почти никто ее не прошел. Ты прикалываешься? Так, наблюдать за тобой было весьма любопытно. Прикольно. Лучики такие за мной гоняются. Удачи. Слышь, это я тебе удачи пожелаю, когда тебя встречу. Подожди, блин, подожди. Что делать-то? Ай-яй-яй, прям перед носом. Ай-яй-яй. А как понять-то, что он опускается? А, я вижу, красные эти загораются. Так. Фух. Блин, опять они. Так. Есть. Да ёлки. А, зеленые зоны, я понял. Я наверх смотрю, придурок. На датчике. А можно просто на зеленые зоны вставать и все. Да елки. А, там в другую сторону еще есть. Блин. Ну, на самом деле это не очень сложный уровень пока что. Но мне уже изрядно понадоело. То от нее уворачиваться, то теперь от этой херни. Верните мне обычных боксеров. Где Громила, Терри там? Кто еще был? Да блин. Они что, ускоряются, что ли? Или нет? Или с той же скоростью бьет? По-моему, с той же. Это я уже заигрался. Аккуратно. Интересно, что будет после этого уровня. Блин, по-моему, ускоряются. В натуре ускоряются. Ай-яй-яй-яй. Блин, подожди, а что мне делать-то? Вернуться я могу, а пройти дальше не могу. И что, мне теперь уворачиваться бесконечно? Ну давайте попробуем, я не знаю. О, прикольно. Когда замедляешь время, он подсвечивает зеленые зоны. Довольно просто с этой штукой. Давай быстрее, блин. Подожди. А... В смысле? Я не понял. А, просто зеленым подсвечивает. Погоди. А, просто подраться, это я могу. Давай следующий. Да блин, ты чуть таким жестким стал. Вы такими жесткими не были первое время. Кто следующий с автоматом? Ничего страшного. Кто там? Так, с щитом, чувак. Вас тоже я перебью. И тебя я убью. Кто следующий? Опять чувачок с мечом. Тоже ничего сложного. А вот с дробовиком это падла. Противный. Блин, опять начинается.
отойди от меня. Да ты прикалываешься. В смысле? Да блин. Что происходит, мать вашу? Блин, это реально сложно становится. Достаточно сложно даже для меня. Да блин. Ай-яй-яй. Да стой ты, блин. Нет. Ёлки-палки, да чего вы быстрые? Я уже уворачиваюсь чисто от палок. Мне пофиг на прицел. Фух. Тест пройден, ты выжил. Вот ты овца, конечно. Фух, шанс выживания альфа 0, 7%. Шанс выживания бета 0. Сколько там, 14? Шанс выживания гамма 0, 100%. Я гамма 0, поняла? Не, я не нуля. Иди ты в жопу, ты меня заговариваешь. Мои поздравления, юный гений. С чем? Что ты мне дашь себя убить наконец-то? Надеюсь. Блин, опять тесты. Ну? Ты гамма 0. С самого детства тебе давали Хронос и готовили тебя к жизни с вели... Не успел? Ты был богом войны, повелителем времени и мастером меча. Ты должен был выиграть нам войну. И чё? Однако же Хронос и проект, ну, не оправдали себя. Придется... Чё? Само твое существование, ошибка, недоработка. Ты не получишь Хронос. Ну и ладно. Мне жизнь бы свою сохранить. Наверное, я не знаю. У меня цель какая, змея убить? Ну? Для тебя здесь ничего нет. Прочь, у меня много дел, мне не до тебя. Прощай. Что, меня ждет? Ты меня не напугаешь, я тебя все равно достану. Ну чё там? Будет что-нибудь, нет, дальше-то? Эй, поговори со мной. А, вон силовой кабель. Блин, а нельзя было это сразу сделать? Так, опять ты. А вот, походу, вход. Мое терпение понемногу заканчивается. Моя работа слишком важна, мне нельзя мешать. Следующий твой шаг повлечет за собой мучительную гибель. Иди в жопу, я тебя найду и завалю. Так, это что, компьютер? Ну да, это компьютер. Открыть криостат. Подожди. Ну давай откроем, ладно. Раз подошел уж. Это она? В натуре она, ого! Чё с тобой? Охренеть, она сразу состарилась. Ой-ой-ой. Ой-ой. А не надо было на первый компьютер нажимать? Где тебя черти носят? Почему не пришел? Ты вчера вырезал целый отряд спецназа. Ты вообще не понимаешь, какую беду ты на нас навлек. Какого хрена ты делаешь? Пошли в жопу. Привет, с возвращением. Я тут кое-что клевое нашла. Хочешь глянуть? Ну давай. Пойдем. Интересно, о чем она? Оно наверху. Наверху дома? Ух ты, целый город. Прикольный у вас район. Третий, да? Не похож он на гетто или что-то такое. Он будто бы бесконечный. Интересно, что там за горами? Отсюда совсем не видно ни грязи, ни мусора, только огни. Красиво. Когда-нибудь я узнаю весь этот город. Нет. Почему нет? Ну ладно, нет так нет. А? Мы уедем туда, где лучше, далеко-далеко. Во второй район? Еще дальше? В смысле, ты эту девочку забрать хочешь? У нее так-то отец есть.
Ну ладно. Чё там? О, а это что? С войны осталось. Медаль. Ого, так ты воевал, значит ты герой. Только почисти медальку, ладно? Грязная как черт. 7 лет ее ношу не снимая, чтобы помнить, что однажды я сделал что-то хорошее, и не важно, что я делаю сейчас. В смысле, ты ее выбросил? Ты зачем ее выкинул? Теперь я и без нее не забуду. Ох. Может еще чуть-чуть посидим? Давай. Я уже засыпаю, но... Я не хочу, чтобы опять пришли люди в масках. Ты их видела? Почему нет вопроса, ты их видела? Я не дам тебя в обиду. Блин, я как-то не хотел. Обещаешь? Чтобы они дружились. Ладно? Ну, типа, они как-то между собой соседи. Мне как бы пофигу на нее было, но... Что-то она сама по себе... При это... Страшный суд... Прикипела к нему. Эй! Ну же, вставай! А? Это она меня будет? Тебе что, кошмар приснился? Вставай, Соня! Блин, я даже не заметил, как эта девочка прижилась в моем доме. Вообще, с какого бы... Ради прикола, что она уже даже кофе мне готовит. Смотри, я тебе завтрак сделала. А из чего? Да из того, из сего. У тебя тут особо не разгуляешься. В общем, я нашла рыбьи головы, протеиновую пасту, бухнула все это дело в кастрюлю и сварила супец. Угощайся. Что-то я не голодный. Ну, попробуем. Протеиновый коктейль? Да ладно, он проглотил. Ну, как супчик? А, вкус изысканный. Серьезно? Понравился? Блин, я так рада. А я попробовала и решила, что он гадкий. Чуть не стошнило. Тут еще такое дело. Че там? Давай я тебе одолжу бегемота, раз у тебя своего нет. Мне он все равно не нужен, ты же рядом. Если вдруг загрустишь, то просто обними бегемота и все пройдет. Ты только его не обижай, он мой самый лучший друг. У тебя он странный. И это только на время. Спасибо. Пожалуйста. Но он там что-то... Когда Левиафан рядом, он светиться начинает. Да я знаю, что тебе надо идти, увидимся. Вообще взяла, начала жить у меня дома, офигела. Прошу, проходи, располагайся. Погоди, дед, я еще что-нибудь хочу посмотреть. Не, ничего интересного нет. Ну давай, я готов к разговору. Живой, значит. А я уже было подумал, впрочем, неважно, ты стал абсолютно неуправляемым. Ты не смог убить цель, вырезал отряд спецназа, проигнорировал приказ. Я даже не ожидал, что ты вернешься. Ах ты, тупая сука. Это последний шанс. Малейшее нарушение протокола повлечет за собой немедленное расторжение нашего соглашения. Ты физически не способен понять, насколько наша работа важна. Я был из нуля. Я... Откуда ты знаешь? Убил отца Хроноса. Но... Но как? Ты не должен был об этом узнать. Расскажи мне правду сейчас же, или ты тоже погибнешь. Хорошо. Да, разумеется, но... Кто рассказал тебе о Леоне? Здесь я задаю вопросы. Вот как? Что ж... Надо полагать, у тебя есть вопросы. Ух ты, мне наконец-то дали позадавать вопросы. Кто я? У нас нет запчастей, записи о твоей жизни до прихода в ноль. Скорее всего, ты влачил ничем не примечательное существование. Ноль заинтересовался тобой из-за твоей агрессивности и психопатических тенденций. Еще ребенком тебя определили в проект Гамма, элитничье крыло отряда ноль. Для того, чтобы усилить твои природные способности и сделать тебя суперсолдатом, тебе давали Хронос. Больше мне ничего не известно.
психопатические тенденции. О, у тебя отсутствует естественное отвращение к убийству, которое обычно испытывают люди. Возможно, я чего-то не понимаю, но мне казалось, что ты упиваешься смертью. А, у меня нет выбора. Подожди, мне нравится убивать. Он выбрал сам вариант. Блин, это единственное, что мне нравится. Я чувствую себя живым, когда отнимаю жизни. Опять он выбрал не тот вариант. Да, поэтому ты идеально подходишь для нашей работы, но это не важно. Нуль занимался очень специфическими, можно даже сказать, сомнительными с морально-этической точки зрения военными операциями. Но у Хроноса проявились непредвиденные побочные эффекты. После окончания войны мы свернули производство Хроноса, и почти весь Нуль умер от синдрома отмены. Почему ты мне не сказал? Я занимаюсь твоей реабилитацией, помогаю тебе увидеть будущее. Твое прошлое совершенно иррелевантно. Что за слово, блин? Сейчас нас интересует только полное уничтожение запасов Хроноса. Пора делать укол. Хроносом. Но они же мне Хронос колят. А если ты уничтожишь весь Хронос, что со мной будет? Не забудь взять папку. Можешь быть свободен. Что, мое последнее задание? А где папка? Даже не суйся сюда. Что он так прикопался к этому столу? Или к этому камню? К чему он прикопался вообще? Итак, возраст неизвестен, ничего не известно, бункер. Правильно, потому что это задание, бункер. Уничтожить все секретные данные, размещенные в тайной комнате в бункере Аль-Хасима, также известном как Центр синергетических исследований. Ожидайте серьезного сопротивления, выживших остаться не должно. Окей, уничтожить папку. Ну а чем закончится для меня эта игра, мы узнаем в следующей серии. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и всем пока!